Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Killzone Shadowfall. Крутейший, великолепнейший шутер во вселенной, собственно, как ни странно, Killzone. Мы убежали из тюрьмы с помощью агента, то есть этой довольно милой девушки. Ну, как милая, она брутальная. И, надо сказать, такая реально жестокая женщина, как и все хилгасты. Но, как мы видим, есть из-за чего. То есть их мир, благодаря санкциям Векты, находится постоянно в упадке, в нищенском состоянии. Люди живут просто ужасно. И происходит примерно вот это. Но, тем не менее, давайте убираться отсюда, потому что это их проблемы. Грязные варвары. Мы на Векте живем лучше вас. Мы лучшие люди, чем вы. Забыла. Все. Забыл про вас, короче говоря. Меня не волнует. Мне не интересны ваши страдания. Низшая раса. Так а мы только вектанцы. Я не буду ждать смерти. Мой выбор. Мой выбор я. Так, парень. Не надо! Я люблю тебя! Дурачок совсем, что ли? Офигеть просто. Ох, как у вас тут все плохо-то, а? Это же просто пипец. Тут приходит 10 контейнеров в час. Это 50 тысяч единиц в неделю. Кому-то на Хилкане нужно очень много стали. И кто получатель? Да какая разница? Сталь-то понятно, для чего нужна. А что конкретно они будут с ней делать, не моя забота. Для меня важно. Что, что я возвращаюсь домой к семье. Если начнется война, введут всеобщий призыв. Тогда это и тебя коснется. Вроде все. Что-то в этот раз аудиодневник какой-то тихий был. Да ладно. Короче говоря, живут они тут не очень хорошо. Несмотря на обилие огромных ЖК-экранов на стенах. Просто бомжатник какой-то. И почему они все в каких-то шортах? Или у кого шорты, у кого тоги, такие как платьишки? Это очень странно. Ладно, пойдем наверх. Да. Интересное время проводите, господа. Мне все равно, кто ты. Помоги! Что такое? Это все, что есть. О, спасибо. Ну что? Полегчает, я надеюсь, тебе. И дерево такое. Как они вообще могли за такой короткий срок, сколько там прошло, 30 лет, превратить цветущий край реально в какую-то гниющую, зловонную клоаку? Хотя есть такие люди, которые за пару лет могут такое сделать. Так, ты только не прыгай вниз, пожалуйста. С вас останется. Будут все какие-то пипец депрессивные. Так, и что? Да, ребзи. А там что у нас? Ничего. Ну ладно, оказалось такой удобный подъем. Простыня закрыла нам проход, черт побери. Мы не сможем пройти. Ладно, покинем это скорбное место.
шахты. Погодите. Твою мать. Эти контейнеры могут тебе помешать. Найди панель управления краном и отключи магнитный замок. Тогда ты сможешь их сбить. Или просто пометь их, и я сама собью. Хорошо, что-нибудь придумаем. Ты имеешь в виду эти контейнеры? Или то, что там внизу было указано? Ох-ох-ох, у вас там. Не знаю, но я думаю, можно по стелсу попробовать. Можно. А можно и по мясу. Тоже ничего страшного не произойдет. Пометь контейнер. Я его собью. Но это же сейчас такая шумиха будет. Ну ладно. Оп, ребята, в лепеху. Это мы, конечно, не откроем. Окей. Так, новая серия комикса. Отлично. Фашистская каска что-то там делает. Хорошо. Автоматик прикольный, конечно, но... на таких расстояниях вообще никак ущить. Цель пометена. Отлично. Молодчинушка. Хорошо, не стали заморачиваться по стелсу, хотя здесь, возможно, и не было это предусмотрено. Действуем как надо. Как мне нравится. Иногда стелс хорошо, а иногда он начинает напрягать. В такие моменты лучше просто забыть о нем и просто дать врагам угля. Да, тут серьезное, похоже, мясо будет. Ну, что-то я даже не знаю. Ладно, пойдем. Воу-воу-воу, я вас не заметил. Офигеть. Что-то вообще проглядел. Ага, сейчас честь отдаст, как обычно. Ох уж эти понты. Так, ладно. В этот раз... Встречаемся наверху шахты. Цель помечена. Эти контейнеры могут тебе помешать. Найди панель управления краном и отключи магнитный замок. Тогда ты сможешь их сбить. Или просто пометь их, и я сама собью. Сейчас. Ты его убила? Ладно, просто не спешим. Я вижу уже. Спокойно, касатик. Тебя тут не просто прижали. Так, хорошо. Топерыч, самое главное, это не напороться так на двух врагов внезапно. Комикса уже нет. Хорошо. Хорошо. Подожди. Только что тут был. Да. Ну, не важно. Сделаем вид, что ничего не было. А если к ним с этой стороны зайти? Нет, смотри, он замечает. Ты видишь мою метку? Оп. Не получилось прыгнуть на него.
Здесь, я так чувствую, по мясу придется довольно много сейчас. Внимание! К тебе летят беспилотники. Не попадись в сканирующий луч, а то тебя разрежут на куски. Замечательно просто. Блин, красивая игра. Мокренько все, отражение. Хорошо, не о том думаю, не о том. Их кто-нибудь видит? Ух, тихо. Твою мать. Офигеть! Как он меня заметил-то вообще? Да. Так, хорошо, таким тварям лучше не попадаться. Я не думал, что это. И, во-вторых, я не понял, как она меня увидела. Видимо, как сквозь стену умеет сканировать. Багзон. Багута, багута. Что ж ты делаешь со мной? С такого расстояния не увидит. То есть он там, по сути, как я вижу, один. Куда ходит-то вообще? Так, кошку иди. Грузчик нам не опасен? Что-то такое ощущение, судя по звукам, что нас ждет сейчас... Нет, нормально все. Прямо перед тобой лифт. Угу. А это не камера случаем? Япона, мать. Он сюда пришел. Подожди. Слышу радиопереговор. Вот мне сейчас вот до этого. Сейчас прибудет несколько огневых групп. Ищу укрытие. Замечательно просто. Ищу укрытие. Меня кто-то увидел, что ли? Это же не очень хорошо. Это очень плохо. Прощай, жизнь. Прощай, жестокий мир. Как вообще? А фонари. Так, ну чё, касатики? Сейчас кровью умойтесь у меня. Охренеете сами еще. Ты один там такой красивый? Нет. На, тварь, получи. Не люблю неожиданности. Да блин, дама, ты без подсказки никогда меня не прикроешь. Давай, приходи в себя. Хорошо. Так, разобрались со всеми. Чё, хапнули, товарищ? Сейчас добью. Скотина, живой. Вот это плохо. Не, нормально. Фу.
Но ты душный парень. Мне понравилось. Какой-то мусор ногой снес. Не, ну пипец, это была та еще засада. Довольно непросто. Но мы справились в лучшем виде. Так, все, прощай. Дерьмовое место мне тут не понравилось. Я как увидел его, сразу понял, что у нас будут тут большие проблемы. Большие проблемы и были. Так, нам со всей очевидностью сюда, да? Ну да. А что у нас тогда тут? Какой-нибудь аудиодневник там? Я бы сейчас с удовольствием послушал что-нибудь. Сложная аппаратура какая-то. Все-таки Хиллгасты такой контраст высоких технологий и реально нищенствующего народа. Потому что в плане технологий они дадут перца. Даже ветер. Так, комиксов, что-то вам Ктулху какой-то, да? Активизации виктанцев у ключевых точек стены. Канцлер Визари призвала граждан стойко отражать любые акты агрессии и продемонстрировать Векте, что хиллгасты не страшатся войны. Короче, да, все к войне идет. Будет война. Мне кажется, мы даже не сможем помешать. Разработчикам же нужно новую часть сделать. Своих отвести войска или нет? Взгляни на ту сторону. Наш город до сих пор дымится. Я же сказала, это... Ты можешь сколько угодно винить во всем черную руку. Векте не нужна правда. Ей нужно правосудие. Но какой ценой? Вас никогда не пытались уничтожить. А нас пытались. Поверь, оно того не стоит. Это уже не нам с тобой решать. Почему? Почему кто-то должен решать за нас? Почему мы позволяем им разбрасываться нашими жизнями, которые для них ничего не стоят? Наивная ты девочка. О, какое освещение, говорит, это просто офигеть. Вообще меня радует то, что я разобрался с качеством видео. Первые 5 серий вообще залились там 720p, хотя обрабатывал их в 1080p и выглядели так себе. А последние серии реально практически без потерь передается. Ну как без потерь? Потери есть, конечно, серьезные, но в целом все на уровне терпимого. То есть Full HD, полноценная, очень неплохая картинка. Так, хорошо, зачем я в тебя вселился? Вселился, говорю. Ну, видимо, нам нужно вот сюда. И таким образом откроется дверь, да? Ну да. А там что? Там ничего. Блин, не знаю, мне сеттинг и окружение очень вкатывает. Черт, у меня вырубился камуфляж. Придется добираться до зала управления в открытую. Встретимся на погрузочной площадке. И не стреляй ни в кого, пока я не помечу цель. Не то сюда все отряды сбегутся. Угу, понял. Ох, а снизу там я слышу, что ходят. Так, у меня нет теперь сонара. Замечательно просто. Все лучше и лучше. Нам нужно будет как-то по стелсу это все пройти, да? Где ты? Они
Они все перекрыли. Пешком не пробраться. Попробую пробиться в зал управления. Прикрой, я укажу цели. Хорошо, постараюсь. Это будет не очень просто, но мы сможем. Четверть экрана перекрывает винтовка.